Друзья, всем привет! Хотел поделиться сегодня новостью. Купил корм Коппинс впервые в жизни. Все время хотел купить, сейчас будем смотреть, как они будут есть его. Продавец, конечно, сказал, что перемешать с предыдущим кормом, но я не стал этого делать. Вот. Я посмотрим, как они на него пойдут. Пока стоят, он там на дне плавает. Сейчас заценим, что у Коппинса очень такой резкий запах. Да, я думаю, им это нравится. Даже большой он не шугается на полную, выходит покушать. Ну, там видно сразу разница в корме между вот JBL, вот этот, да, между вот этим и Коппинсом. JBL как будто, не знаю, как сказать, как это называется по-русски, отруби, да, а это Коппинс как, не знаю, сырные шарики какие-нибудь, типа такая разница, ну, мне так кажется. Да, посмотрим, как они будут его есть. О, какой он стал. Вот этот желтый большой, который сейчас вот наверх поднялся, он вообще достаточно трусливый. Вот, но видать, настолько вкусный Коппинс этот, что он готов пожертвовать своей трусливостью, чтобы покушать такую вкусную еду. Сейчас будем наблюдать. В самых первых рядах. Где тут еда? А, вот она еда, самая вкусная. Посмотрим, он взял 4,5 килограмма ведерка. Я думаю, до зимы хватит, потому что мой корм уже закончился. Там на донышке осталось, может, на 2 дня. А перед зимой их надо хорошо покормить, чтобы они набрали жирок, вес. Отсвечивает плохо то, что... Я вот смотрю не через телефон, очень хорошо все видно. И рыбу хорошо видно. А вам только такие отблески, да, то, что она плавает. Вот мои томаты. Вот они. Каждый день, ну, по 6, по 7 томатов снимаю. Все, наверное, хорошо. Здесь еще они вот. Огурцы. Везде. Это корнишоны маленькие. Клубника. Все дела. Перец у меня он такой разродился. Вот, так что вот такие вот дела. Ладно, буду наблюдать, чтобы не томить вас. Потом поделюсь новостями по тому, как они привыкли, не привыкли к этому корму. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. И увидимся в новых видео. Всем пока!